Я что-то не понял, какая картина стоит 3 штуки? А на что вы рассчитывали? Ну как, люди нас встречают, там организовывают все, юбилей клуба у них. Леш, мы... я все понимаю, но 3 штуки. Подожди, вот эта картина стоит 3 штуки? Ну, да. Нет, вот... Чего, долларов, что ли? Да. Не, ну слушай, нам еще штуку скинули. Надо было хотя бы посоветоваться. Не, ну видно, что хорошая. Ну, хорошая. Вот Камиле нравится. Может, мне это тоже нравится? Только почему так дорого? Ты Тищенко. Что Тищенко? Модный художник Тищенко. И что? Тищенко. Тищенко, да. Не, ну я слышал, слышал. Ну, видно, хорошая, конечно. Да хорошая, хорошая. Только я все равно в Москве отдам. Или сейчас нужно? Лучше сейчас. $50 давай и поехали. А остальное? Слава, она стоит $200, успокойся. Что стоит $200? Картина. Какая картина стоит $200? Эта картина стоит $200. Да? А почему она стоит $200? Это же Тищенко. А кто это Тищенко? Я не знаю. Я тоже не знаю. Вот только Слава что-то о нем слышал. Слава, кто такой Тищенко? Иди нахер, понял? Нормально, я ему $700 сэкономил, он меня нахер посылает. Да, и обязательно нужно купить бутылку. Хорошую, дорогую. Мы решили, если вы купитесь, то и он посчитает ее дорогой. Это потому, что в искусстве нет объективных критериев. Вот в спорте все объективно. Пробежал быстрее всех 100-метровку. Все, ты молодец, победитель, чемпион. И никого не интересует стиль твоего бега. Хоть задом наперед. Как-то он не концептуально пробежал. Да пошел ты в жопу, ты сам так пробеги. Не-не, что же он хотел сказать этими своими 9,5 секундами? Что ты хрен так пробежишь, только и всего. На самом деле, любой маломальски опытный галерист оценит этот этюд в $100 максимум. И знаете почему? Потому что в нем большой тяжелый композиционный перевес по красному. На самом деле, в современном искусстве существуют четкие и ясные критерии, изучив которые, мы откроем для себя колоссальный источник радости, радости познания искусства и радости самовыражения. Вот, вот это красиво, это я понимаю. Красота. Энди Уорхол, Энди Уорхол. Энди Уорхол. Чой ты вьешься над моею головой, ты добычи не добьешься.